Здравствуйте. А? Простите? Для Ютуба можно? Ютуб? Ютуб. Ну, да? Можно? Что спасибо. Конкретно? Свой канал. Название? Гофлорист, да? А, я в прошлой профессии это озеленитель, но это было очень давно. Я в 80-е годы закончила. В 83-м году техникум. Мы сюда ходили на экскурсии. Было бесплатно. Сейчас платно, да? Ага. А, разные категории граждан по-разному. Знаете, да, потому что там администрация вам бесплатно. Как вот этот называется? Вот есть латинское название? Потому что я такое приобрела. Электрантус какой? Вот, потому что у меня их несколько видов, все они душистые. Вот, двух я знаю название, войлочный и ароматный. Не знаю, знаешь, а вот этот вот, мне сказали плектрантус колеосовидный, но я подумала, может быть, вдруг это не так. Вот. А? У меня его улитки хорошо едят. Вы это посадите или выкинете? Вам надо отдать. Спасибо. Только он немножко другой, чем у меня. Но он у вас чуть-чуть прибаливает. Где? А вот, иголька. Видите? Ну, это мне женщина его отдала. Она нас купила. Она потом пришла пересадить. Он у нее тесно был. Пришла пересадить, ей отдала новое, этот себя. Вас можно снимать? Мне не надо. Не надо? Хорошо. Зачем? Вы попали, но я тогда не выложу. Хорошо. Раз нельзя, то нельзя. Это, это святое. Ну да, не снимаю. Ну, просто иногда человек говорит, нельзя, а на самом деле хочет. Но не, я так, не хочу. Я так поняла, что нельзя. Так, что-то напротив окошка не получается. Можно какой? Вот эти вот суккулентики милые, милые суккулентики. Как-то чуть-чуть по-другому, ну ладно, всякое такое, ладно. Как-то я так небрежно снимаю, прям вот. Так, как-то так. Ёлочку заодно. А? А, это не мне. Это не мне. Дрожащая моя камера. Я держу так небрежно в руке. Просто ужас какой-то. Так, пальмочка. Так, не успела я оглянуться, как у меня заряд закончился, да? Какие-то книжечки. Боже мой, боже мой. Всякая всячина. Что за книжечки-то? Размножение плодовых и ягодных. Идиот. Ой, ну кактус вот здесь, конечно, самое место, ребята. Так, а здесь... Хотела поздороваться, но девушка по телефону как раз заговорила. Боже, вот сюда надо будет прийти и поснимать более тщательно. Ой. Что-то такое саговниковое.
Эта оранжерея называется пальмовая или ангарная, что одно и то же. И ей очень-очень много лет. Вот здесь у входа раньше росла тетрастигма вуанье, огромная, доверху. А вот там был бассейн. Сюда кидали монетки все время. Да. Здесь такая же приятная атмосфера, как и раньше. Господи, как хорошо. Почему я сюда не хожу? Почему? Я не помешаю? Наброски делает. Это очаровательно. Музыка, это можно? Не заблокирует это дело? Вот, простые диффенбахи, а как хорошо смотрится.